будет защищать Родину. Так точно. Господа призывники, на выход шагомарш. Попал спецназ, гордись. Не попал, радуйся. Не все пройдут. Возможно, один. Самый смелый, самый крепкий, самый выносливый, самый быстрый. Поэтому не жалейте себя. Признать виновным Избасова Даурена Булатовича и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Присмотрите. Дружинка моя. Так, дурачок, ты что, напился? Я тебя другом считал. Что делать, если среди заключенных я своего знакомого увидел? Действуй по инструкции. 6-й пост. Запомни его навсегда.